Как-то один человек поздно вечером пришел домой, уставший с работы, знаете, как всегда. Он был очень чем-то рассержен. Часто бывают какие-то трудности, проблемы на работе. И он увидел, что его в дверях ожидал 5-летний сынишка. Он говорит: «Папа, а можно тебя что-то спросить о чем-то?» Он говорит: «Ну, понятно. А что случилось?» Он говорит: «Ты можешь мне сказать, сколько ты зарабатываешь в час?» Ну вот, этот вопрос, знаете, возмутил отца, и он так резко ему ответил, говорит: «Это не твое дело». Он говорит: «А, собственно, сынок, а вообще зачем тебе это знать?» Он говорит: «Просто понимаешь, ну я просто хотел знать, сколько ты получаешь в час». Он говорит: «Ну ладно». Он назвал ему сумму. Возможно, это было 5 рублей. И этот сынок говорит ему: «Папа», он посмотрел так на него снизу вверх, серьезными глазами, пытливого сына. Говорит: «Папа, а ты можешь мне одолжить 3 рубля?» Ну и здесь уже отец не выдержал. Он говорит: «Ты что, меня спрашивал для того, чтобы узнать, сколько я получаю, или удовлетворить свой эгоизм? Зачем тебе эти деньги?» Он говорит: «Может быть, тебе не хватает на какую-то игрушку?» «Знаете, ты, говоришь, ведешь себя очень неправильно», а отец резко отправил и сказал: «Знаешь что, сын, ты лезешь не в свое дело, я очень уставший, иди спать». Мальчик пошел к себе в комнату, он закрыл за собой двери. Отец стоял перед дверью и думал: «Как-то неправильно я повелся со своим сыном. Как он смел меня спрашивать, сколько я зарабатываю в час? Зачем вообще ему нужны деньги?» А потом он подумал, что, может быть, все-таки на что-то серьезное ему надо. И когда он остыл, когда весь этот гнев, вспышка, все это осело в душе, он подумал так: «А, собственно, он еще никогда не просил у меня денег. Может, действительно, ему очень важное на что-то надо. Наверное, я зайду к нему и скажу ему об этом». Он зашел к сыну в комнату и спрашивает тихо: «Сынок, ты не спишь?» Он говорит: «Нет, папа, я просто лежу». Он говорит: «А и мне кажется, что я очень плохо повел себя с тобой. Ты знаешь, я был уставший, я был очень раздражен, рассержен, и у меня были проблемы на работе, и я просто сорвался. Извини меня». Говорит: «Вот держи деньги, и вот эти деньги, которые ты просил». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. «О, — говорит, — папочка, спасибо тебе большое». Он очень радостно воскликнул, знаете, так. А потом он залез под подушку и там что-то начал искать. Он начал искать и вытащил оттуда из-под подушки несколько смятых банкнот. Он вот так начал их раскручивать, а потом сложил все это вместе и снова посмотрел на отца. Он говорит: «Папа, здесь ровно 5 рублей. И я хочу у тебя купить 1 час твоего времени. Пожалуйста, — говорит, — прийти завтра раньше с работы и поужинай вместе с нами». Правда, друзья, мораль очень проста. Мы думаем, отцы, когда мы садимся в трак, или когда мы идем на какую-то работу прибыльную, хорошую, когда мы берем овертаймы, мы делаем плюс для своей семьи. Но в итоге, братья, мы делаем большой минус для своей семьи. Компания, где мы работаем, если нас завтра не станет, она очень быстро заменит нас на кого-нибудь другого. Но когда не станет нас в нашей семье, когда почувствует это наша жена, наши дети, наши близкие, вот тогда неким будет заменить того, кто сейчас
мог бы дарить эту любовь, теплоту и ласку своей семье.